Это девушки-стражники! Ребята, мы попали с вами в игру кальмара для девчонок. О, она сошла с ума! Ребята, она выжигает всех глазами, тихите! Никто не выжил. Да только прошу тебя, аккуратно держи! Это победа! О нет, он лопнул! Вера, заметит ли это стражник? Что же делать? У меня есть идея! При сандалии на сопли. Сейчас бабушка вам вырежет зонтик. Вот такой красивый. Это дорогой учитель. И что? О нет! Красный, смотри! Стоит на одном пальце и ломает ногу. О, ноу! Кость вылез. Да, не проваливается. А это? А это, наверное, провалится, друзья. Ребята, рука как с игры. Летит и достает бойфренда. У него слюней много. Смотрите, сколько. Есть! Воу, молодец! Нет, ты не то съел! Я вырезал, смотрите! Ты не то вырезал! А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3! Молодец, спасибо! Ты настоящий искатель приключений! Самые смешные анимации про игру в кальмара! Всем привет! Привет, друзья! Решка Геймс! Поехали! Воу, это девушки-стражники! Ребята, мы попали с вами в игру кальмара для девчонок, наверное. Посмотрите, как здорово. Там было написано Fortnite. Да. Так, реально, ребята, локация как из фильма, как из настоящей игры кальмара. Вон они выходят стражники и собираются проводить первый раунд. Воу, тише кукла. Едешь, дальше будешь. Красный свет, зеленый свет. Или как его еще называют, хитрая лиса. Так, давайте смотреть, она отворачивается. Реально, ребята, как в фильме, все очень по-настоящему. И они все рванули, посмотрите, какая территория была большая. Их играло 456 человек. О, она сошла с ума! Ребята, она выжигает всех глазами, бегите! Никто не выжил. Она сожгла всех. Ну что же, друзья, кто-то останется? Никого, ребята, все погибли. Продолжение истории про нашего мальчика. Он отправился, ребята, на игру сладкие соты. Что же ему попадется? Ну, блин, зонтик. Зонт. Это капец, это провал. Так, нужно аккуратненько вырезать. Ребята, спасибо каналам, которые делают такие анимации. Ссылочки будут в описании. Кто из нас сегодня больше раз засмеялся и сколько раз ты? Погнали. Вырезал. Ну, есть! Осторожно, только прошу тебя, аккуратно держи. Это победа! О нет, он лопнул. Вера, заметит ли это стражник? Что же делать? Нет! У меня есть идея. При сандалии на сопли. Все, и как настоящий. Только держи аккуратно. Смотрите, это стражник. Я тут это справился. Вот смотри, какой у меня зонтик классный. Бдыщ. О, ноу. Сломался. Бау. Ребята, это провал. Смотрим следующую нашу анимашку. Да. Так, кто же здесь будет? Короче, 4 эмунгазика против сирены, против чаки, против зомбака. Воу, розовенький эмунгазик. Нечаянно для него мостик закончился, и он упал в пропасть. Ах так, еще и дразнишься. На тебе, битой в башню. Так, у нас еще Гренни, зомбак, сирена и Балди. Ох ты, что он делает? Это куриная ножка из KFC. Он сейчас заманит самых наших зомбаков, которые любят покушать. Посмотри, сирена стоит, вообще не шевелится. Он как будто прикопался. Вау! Они все нас покинули. Сирена его попытался спасти. Друзья, вцепился за него. Сейчас пощекотим. Мутя-путя-путя. Есть, ребята. Они нас покинули. Кто следующий? Так, давайте. Так, 1, 2, 3. Поехали. Приехал стражник. Итак, опа, соревнования начинаются. Ну, эмунгазики, тяните. Полицейский в них кидается. Подскользнулся кто-то. Ну, перетянут ли они? Ты зачем испортил воздух? На. Ого. И кто же остался? Они перетянули канат. Они же победили. Эмунгазики же должны были победить. Он, Балди, хотел убежать, но его стражники вернули. А ну, соревнуйся быстро. Я, пожалуй, пошел. Есть! Я не выиграю. Это победа! Кто это? Импостер! Импостер? О нет! Ра-та-та-ра-та-ра-та-та! Ну попробуй попади. Дяденька, не попадешь, не попадешь. Кусок каната взяли. Ого! Ребята, как настоящие ковбои. Лассо! И сейчас его в пропасть скинут. Нет! На тебе! Победа! Да! Эмунгазики победили всех наших крутых монстров. Погнали дальше. Воу, кто же здесь? Давайте, друзья, смотреть.
Интересно, поехали. Вау! Вот эта девочка! И все его газики бегут. В желудке урчит. Пук! О, ноу! Попался! Ребята, зеленый, зеленый! Куда же ты? Стой! Не шевелись! Ребята, ну девочка вообще уматовая, трешовая прям. Так. И что? О, нет! Красный, смотри! Стоит на одном пальце и ломает ногу! О, ноу! Кость вылезла. Это смерть. Птичка прилетела! Ребята, только не птичка. Оп. Ты зачем птичку съел? Шевелиться нельзя было, дружочек. Короче, попался. Так, кто дальше? Розовый, встань. Все добежали. Есть. Он полосу сдвинул, и желтый остался в поле. Ребята, как это было подло со стороны фиолетового. Это сделал волшебный ускорительный пук, и пока она отвернулась, доехал. Левел первый пройден. Есть. Это победа. Так, ребята, смотрим нашу следующую. Кто хочет пойти первым? Ты. Он толкает его. Ребята, это же Хаги-Ваги. И он в первом же стекле ошибается. Как вы думаете, он в порядке? Слышишь, ты следующий. Ребята, и Памкин пошел. Как его, Памкин зовут? Налево, направо. Так, ну. Я в порядке, гайз, все в порядке. Ты получил мой сладкий, у тебя все получается. Нет. Иди ты. Ребята, это Хаги-Ваги из Папи Плейтайм. Он пятый, Пика четвертый. О нет, Хаги будет идти самым последним. У них номера. А какие же номера у бойфренда и гойфренда? Они должны идти первым. Что мне делать, я не знаю. Нужно тоже идти. Иди вперед. Нет, я боюсь, я не хочу умирать. Ну что же мне делать? Он сейчас, ребята, ее толкнет, наверное. Ого, тень сверху. Вау. Ребята, Хаги-Ваги прыгает по этим стеклам, как вообще? Он проверяет, есть стекло, что ли? Друзья, я не пойду к тебе. И даже не проси, ах так. Тогда я тобой сейчас проверю следующее стекло. Я должна ему помочь, давай проверим. Да, не проваливается. А это? А это, наверное, провалится, друзья. Ребята, рука как с игры. Летит и достает бойфренда из самого дна. Не смей так вести себя. Ты следующий, щенок. Ребята, что, она столкнет Хаги? Да! Хаги летит в пропасть. Это победа! 4 секунды осталось. Поехали. Пойдем. Взрываются стекла. Быстрее! Друзья, победили походу. Или я не понял, или проиграли. Следующая игра, Squid Game. Поддержите нас лайком. Урезание печеньки. Так, печеньки. Ого, какой зомбак страшный. Сердечко? Ничего себе. О, нет! Прямо вообще, прямо провал жуткий. Его разрывает. Следующий, входите, пожалуйста. Я о, тоже зомбак. Такой зомбак, у него кружочек. Но это полегче будет. Так, правильно, полезать надо. Ну не все же надо лизать, что ты делаешь, бестолковый вообще. Ой, еще один зомбак. Ой, еще один зомбак. Зомбаки, они веселые, слушай. О, как он это сделал, ребята? Так, этот с мозгом наружу. Звездочка, послюнявить надо, он любит все слюнявить. У него слюней много, смотрите сколько. Есть. Воу, молодец. Нет, ты не то съел, я вырезал, смотрите. Ты не то вырезал. Капец. Слушайте, ребята, такие тупаки эти зомбаки. Так, опа. Ого, это прием ниндзи. Я бы так не додумался. Ребята, и чистейший квадрат. Победа. Крутят. Пиги. Свинка Пиги. Зонтик. Зонтик. О нет. Так, Амонгазик прибежал. Тебе кружок. Ой, он сделал циркус. Задумался, друзья, какой молодец. Слушай, мы гадики вообще самые грамотные и сообразительные ребята. Отправился, победа. Короче, мы гадики пока вчистую побеждают. Это Балди. Звездочка. Линейка. Как? Как он это сделал? Ребята, победил. Гренни. Сейчас Гренни будет какая-нибудь таска вообще, смотрите. Зонтик. Так, сейчас бабушка вам вырежет зонтик. Вот такой красивый. Это дорогой этот солдат. Смотрите, я все вырезала. Круто, ребята. Обалдеть. Ой, еще один мангазик прибежал. Колу выпил. Воу. И банкой круглой. Выбивает ровный круг. Круто. Кто следующий?
Сирена? У него сердечко. Что это такое? Сдул все сиреной. Это поражение. Свободен. Ты будешь уничтожен. Еще один мангазин. Зонтик. Зонтик. О, нет. Что делать? Воу, ребята. Что он задумал? У него есть план. Он раскалил иглу и спокойно вырезал зонт. Слушай, мангазики супер хитрые. И попкой повилял. И пошел. Друзья, ну и кто же победил? Балди и мангазики. Смотри, у зомбака в голове печенька торчит. Да, да, круто! Смотри, у Балди тут звездочка была. Ага. Поддержите лайком эту серию. Кто из нас сегодня больше раз засмеялся, напишите нам, и сколько раз ты. При всей виде на всех наших каналах. Да. Валеришка Максим, Play Games. И Family, друзья, не пропускайте новые серии. Подписывайтесь, жмите колокольчик. Спасибо, что вы нас смотрите, друзья. Вы нас самые лучшие. Мы всех очень любим.